Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Бурум Плей. И у нас тут неделя демок. И одна вот из демочек у нас Пайн Харбор. Страшный ужасник, так сказать. Давайте посмотрим, насколько он страшный. Так, мы где-то в какой-то заброшке. В бункере или что-то в этом роде. Есть у нас пистолетик. Так, перезарядили. Есть двухстволочка. И нам дают кирку. Это очень хорошо. Типа я какой-то шахтер, бля. Но кирка для ближнего боя очень неплохо. Так. Можно, можно разбить. Отлично, мы взяли патроны. Так, только фонарик это страх, очень хорошо. Так, мы находимся уже в C1, идем в C3 нельзя, там заблокировано. Так, идем дальше к B6. Это у нас ближайшее. Так, я так понимаю, это столовая. Так, это мы взяли бинты, у нас есть патрончики есть немножко. Ну, так довольно неплохо. Жалко, конечно, игрушечка на английском. Пойдешь говорит направо, сгинешь. Пойдешь налево, пропадешь. Ух ты, ё-мо. Да ты чё, блин, там охамел совсем что-то. Ричард, ты чё, блин? Чай напил, что ли? Вы набежали на меня сразу. Ух, покоцали. Придется нам. Вот аптечку есть. Так, это душевая. Че он тут съел? Отдыхал, мылся, да, блин? Интересно, кто он, военный, рабочий. Ну, в сапогах. Короче говоря, монстр какой-то. Так. На толчок он сходил. Ага, он тут ключик забыл. Хорошо, ключик мы взяли. Нам, я думаю, нам пригодится чего-то. Так, побывали мы с вами в B6. Давайте спустимся вниз. Ё-моё. Вот так вот отдохни, бля. Бежи, бежи. Пробил все равно. Ух, зараза, хорошо пробил меня на один удар. Все нам что-то хреновенько, блин. Так, в этой комнате у нас ничего нету. Так вот решил поэкономить патроны, да? Так, это B5, тут можно пролезть. Холодильничек пустой. Баллоны. Какая-то надпись. Только, конечно, все на английском. Так, 26, PNS, left. День 8. Так, есть 56, 28, 58, 28, 58, 23, 56, 23. Это что-то... Ходы? Там говорят о 26. Я думаю, нам это к чему-то пригодится. Если мы, конечно, сейчас... Не сдохнем раньше времени. Ох,
мы как раз сдохли. Ну, Кирка как-то сквозь него прошла, я так не понял. Почему-то. Ну, давайте попробуем еще раз. Так, а, нам с самого начала, да? Начинает. Ладно, ничего страшного. Мы сразу знаем, нам нужно бежать сюда. Берем патрушки. Кстати, да, тут надо перезарядить пистолет нам на всех случаях сразу. Сейчас будем более аккуратны и внимательны. Так, взяли мы бинт. Do not follow me. Да я тебя не боюсь. Залетаем в туалет. Иди сюда, масенький, бля. Фу, бля, что-то у вас это, как-то это, многовато стало, ребят. Так, на вас патронов никаких не хватит. Так, придется идти с Киркой. Так, ключ, мы взяли ключ. Ну что-то действительно у вас очень много, бля. Сразу все набежали, прибежали, бля. Так, тут мы ходили, ничего не было. Тут мы взяли бумагу, давайте еще раз ее возьмем. Из нее говорит, что здесь какие-то коды, чего-то. Я думаю, какой-то может быть сейф или что-нибудь еще. Там дверь заколоченная, секретная. В дальнейшем, я думаю, мы узнаем. Так, это у нас дверь закрыта, да? Это у нас что? Она Б3. Она закрыта вообще, да? Ну ладно. Так, теперь я думаю, надо. Так, это ведет к С4. Ну давайте дальний угол проверим сначала. Оба, девочки. Девочки того времени были неплохие, да. Так, отлично, здесь бинт. Давайте сразу мы за. А. Сейчас я думаю, нам лечиться. Ну, один сразу потратим. У нас была полная жизнь на всякий случай. И один у нас еще бинт есть в запасе. Это очень хорошо. А то как налетит описать стая демонов. Чем-то игрушка похожа на амнезии бункер, да? Не целиком, но какими-то моментами. Девчушки. Неплохие плакаты. Так, это на что? Ага. Вот, наверное, ключик отсюда. Так, я кого-то слышу. Отдохни, блин. Зарядим последний патрон. Так, где в чайник, блин. Так, тут что у нас? А, нам требует горючее, да? Понятно. Не работает. Так, у нас еще осталось комнаты. Надо проверить дальше. Тут закрыто. Рубак висит, слышу, кто-то есть. Есть. На тебе, блин. Прикольные тачки. Где тоже какие-то шахтеры тусились. Так, а что это за труп? Что взаимодействие есть. Ага, мы провод взяли, да? Хорошо. Реклама там чего-то. Постеры, все дела. Так, где мы еще не были?
Так, а мы там дверь открыли, мы интересно. А, ну мы же там, там мы полазили, да? Так, здесь у нас что? Здесь ничего такого особо-то и нет, да? Пришел, пришел, блин. Вот как пришел, так и ляжешь, да? Так, давайте еще раз смотреть. Где он что? А, вот мы, кстати, пропустили B1. Приходили. Это вот сюда прямо, да, B1. Есть взаимодействие. Потрошки, хорошо. Что здесь такое? Вижу только прикольные плакаты. Ух ты, ёлки-палки. Это вот этот тварик, может, породил их, наверное? Какая же тварина безобразочная. О, есть сейф. А можно его? Вот, его можно пощелкать. Так, а как он работает? Ага. Так, ну первый, я помню, все было, по-моему, 58. Вторая. Давайте наберем 20. Пока. Там посмотрим, да? Ну-ка. Оба, она и сразу сработала. Это клево. А вот этот бензинчик. Горючее. Давайте тогда вернемся в ту комнату и зальем там. Вот пришел, бля. Так, с пистолета уже неплохо, если было стрелять. Так, нам вроде куда-то сюда. Не та комната. Зараза, бегун, пробил меня сразу. Так, это не здесь. Вот, наверное, вот здесь вот это, да? Я так понимаю, что сюда горючее заливаем. Ага. Значит... Ух! Отлично. Да будет свет. Так, теперь... Ну, у нас осталось как раз туда С4, наверное. Туда и нам и надо. Так, это все-таки нам в ту другую сторону. Вот, вот сюда нам, походу. Ну-ка, на тебе. Кошку-то я тебе сломаю, блин. Там еще один, да? Готов. Так, такой же провод. А, вот он здесь оборванный. Значит, нам попробовать его здесь заменить. Есть. Ну и, соответственно, нам нужно где-то его активировать, да? Это не пульт управления какой-то, похожий, да? Есть. Так, а что у нас тут? Рычажки какие? А, вот она кнопочка, да? Так, возьмем на всякий случай двустволку. Неизвестно, что там сейчас нам выйдет. И темно, и страшно. Тут еще темнее. Так, ну патронов есть, можно не бояться, наверное. Хотя, как знать, да. Пробиваем его, да? Там есть свет.
И писк глаз укали, ребят. Ни хрена не видно. От этого еще страшнее становится. Ну, наверное, нам сюда. Сейчас мы чекнем здесь. Не закрыто, да? Чекнем здесь вот. Тут ничего вроде такого нет, да. Отсюда мы как раз пришли, двери. Убили этих гадов. Ну, значит, нам только остается только туда. Лифтик. Ну что ж, поехали. А и вот, походу, мы приехали. А это конец демочки, и ребята. Но это, в принципе, довольно прикольно. Страшненько. Есть к чему стремиться к прохождению. Очень довольно мне понравилось. Надеюсь, вам понравилось тоже. Не забывайте подписываться на канал, прожимать колокольчик. И я с вами прощаюсь. Играйте в хорошее. Пока-пока всем.